Лобнинцы всех возрастов и профессий собрались перед зданием администрации, чтобы принять участие в праздничном шествии. Подробнее в нашем репортаже. Лобня – город героев. Поэтому во главе праздничной колонны – штандарт «Город ратной славы», который несут кадеты школы номер 3. Следом за ними – почетные граждане города и представители общественных организаций, среди которых Лобнинские отделения московских областных общественных организаций «Дети войны» и «Блокадники Ленинграда». Лобня – город молодежи и активной жизненной позиции. Об этом в танце рассказали ребята из хореографического ансамбля «Сувенир», который в этом году отмечает 30-летний юбилей. Они открыли парад 35 образовательных учреждений всех микрорайонов города. В городских школах и детских садах, работающих с подрастающим поколением под девизом «Учим и воспитываем грамотно и достойно», точно знают, как найти подход даже к самым маленьким. Уделять им много внимания, заниматься с ними, развивать детей. Самое интересное – использовать методы приема в нашей работе. Тогда дети с удовольствием ходят в детский сад. Вместе с городом отмечают день рождения сразу несколько образовательных учреждений. Самый большой юбилей у детского сада «Незабудка» – 35 лет. Детским садам «Сказка» и «Катюша» в этом году исполнилось по 10 лет, а детскому саду «Солнышко» – 5. Успехами отметить свой столетний юбилей готова обновленная Луговская школа. Лобня – город культуры. Среди учреждений этой сферы тоже немало юбиляров. Школе искусств города 55 лет, Дворцу культуры «Чайка» 50 лет, Дому культуры «Луговая» 45 лет. 40 лет назад появился в городе музей истории. Театр «Камерная сцена» открывает юбилейный 30-й сезон. Сразу три юбиляра перешагнули 15-летний рубеж. Это молодежный культурно-спортивный центр «Депо», центр «Досуга Восточный» и художественная галерея имени Владимира Ивановича Коробкова. Город стал чище, город стал лучше. Слава богу, строится транспортная развязка. Это очень здорово. Очень много вливается в культуру. Слава богу, и мероприятия классные организовываются. Город поддерживает и дает возможность творить, а это главное. Уже давно город живет под девизом «Лобня – территория здорового образа жизни». Это отлично демонстрируют наши спортсмены. Кстати, представившие на праздничном шествии зрелищный флешмоб, объединивший художественную гимнастику, боевые искусства и фехтование. Лобня – город патриотов. Здесь чтут память ветеранов боевых действий, участники боевого братства. И активно участвуют в жизни города 600 юноармейцев. Лобня – город профессионалов самых разных направлений. Общественная палата помогает в решении многих проблем для общего блага и с максимальным учетом интересов каждого. Врачи Лобнинской центральной городской больницы, которая в этом году тоже отметит 60-летие, ежесекундно стоят на страже нашего здоровья, дарят счастливую и полноценную жизнь лобнинцам. Сотрудники сферы ЖКХ заботятся о том, чтобы в домах жителей города было тепло и уютно, а также стоят на страже экологической обстановки. Сегодня коллектив водоканала ведет, ну я бы сказал, очень глубокую работу в данном направлении. В связке с городом, с администрацией, мы, прокуратура, полиция, ГАИ участвуют, то есть участвуют все подразделения в оказании нам помощи. И, ну, я считаю, что мы на верном пути, и результаты не заставят себя долго ждать. Лобнинские предприятия ежегодно обеспечивают сотни рабочих мест для горожан в разных направлениях. От производства кровельных материалов до работы в сельхозполях. И, конечно, Лобня – это город уюта и семейного тепла. Здесь проживает множество многодетных семей. На праздник лобнинцы тоже приходят все вместе. И дорожная ситуация получше стала. Все-таки сделали более грамотно светофоры. Разметку получше сделали. Микрорайон Южный, где кафе «Венеция», там облагородили очень территорию, очень красиво, стало уютно, гулять можно. Возле детской поликлиники тоже пруд оборудован, с детишками гулять можно и просто посидеть, отдохнуть. Но 60 лет – небольшой возраст для города. И молодой Лобня еще есть к чему стремиться. Стремиться всегда нужно к светлому будущему. И мы надеемся, что у нас все будет хорошо. Город, конечно, очень преобразился. С праздником, Днем города, 60-летием. И пусть начавшийся 61-й год будет еще удачнее и счастливее для Лобни и всех ее жителей. Екатерина Дзитловская, Константин Петров, Дмитрий Жуков, Денис Рокин, телекомпания «Лобня».